Ледовое шоу «Золушка» в постановке Татьяны Навки подходит к концу. Весь август и сентябрь зрители могли увидеть мюзикл «На льду» в исполнении российских фигуристов. Главная роль Золушки досталась олимпийской чемпионке Елене Бережной. Среди актеров мюзикла и Максим Кофтон, серебряный призер чемпионатов Европы и четырехкратный чемпион России. Я играю учителя танцев. Вот такая роль тоже с юмором, благодаря нашим сестрам. Сестры пытаются охмурить принца, которых очень сильно любит злая мачеха. Но у них это никак не получается, потому что они там слишком назойливые и так далее. Я, как учитель танцев, пытаюсь их научить вести себя как бы более грамотно, более красиво для того, чтобы там желание мальчики сбылось. Да, первый раз я здесь, мне очень понравилось. Солнечный город, все улыбаются, классная погода, естественно. Здесь можно совместить приятное с полезным, и отдых, и работу. В общем, здорово.